Ребята, всем здравствуйте! Добро пожаловать на новый видео-гайд. И это видеоролик новый мой. И хочу опять же записать такой видео-гайдик маленький, но при этом на весенний мод, на весну. Вот. Для игры Euro Truck Simulator 2 и версия 1.49. Вот. Возможно, может быть, потом версия изменится. И также для American Truck Simulator и то же самое. 1.49. Это на данный момент какая в игре версия. И мы просто берем по вот этой зелененькой кнопочке, нажимаем, сюда нажали, ждем. Вот у нас маленькая загрузка, еще раз. И также еще раз нажали, все, у нас весенний мод скачивается на весну. Вот. Вот у меня стрелочка, и вот он скачивается. Ну, а теперь для American Truck Simulator. То же самое. Сюда нажали. И вот сюда нажимаем. Ждем. И еще раз. Нажали. Заходим на вот эту стрелочку, и у меня скачиваются два весенних мода. Вот и все. Зашли там на папку, потом документы, но при этом скиньте на рабочий стол, чтобы потом открыть папку, ну или открыть папку, если вы создадите, да, ну, чтобы там скинуть моды, либо на рабочий стол. Вот. Потом документы и Euro Truck Simulator 2. Ну, а либо American Truck Simulator. Нажали и папка мод. И мы скидываем моды. Ну, а затем мы заходим в игру. Вот мы зашли в игру, и у нас открывается вот такая рамка. Заходим на кнопочку моды. Ну, а если, например, у вас модов много, вы берете потом, пролистываете вниз, да, по вот этой кнопочке, например, нашли весенний мод, вот так он выглядит, два раза нажали и отключили, либо два раза нажали и весенний мод подключили. Ну, а затем нажимаем и продолжить игру. Ну, а весенний мод выглядит вот так. У нас появились цветочки. Ну, вот такой, друзья, видеоролик. Если вам зашел и понравился, то лайк и колокольчик и подписка. Ну, а с вами был я, Андрей Сухин. И, может быть, в каком-либо ролике услышимся. И пока-пока, друзья!